Здрасте. Привет, привет. Что-то меня там больше встречал. Смотри, как же ты отыграл с Эстонией, что тебе уже самому? Вот чего не хватало с игры с Эстонией, оказывается. Давай большой палец вверх. Ну, Новогорск. Скажи, когда ты узнал о вызове? Мы сейчас приехали на базу, вернулись после игры и подошли, сказали, что готовься, собирай вещи и переселяешься. Сразу поверили, думаю, может, шутят? Да, я понял, что как бы не шутят, по выражению лица, скажем так. Вот, ну, сразу понял все и... пошел собирать вещи, в общем-то. 5 минут я здесь. Как эмоции? Сбылась мечта какая-то? Ну, безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта, наверное, с детства. Поэтому только положительные эмоции и радость. А ты в курсе, что ни разу в истории в национальной сборной России в составе не выходил человек по имени Матвей? Все бывает в первый раз. Покажем тебе завтра. Я еще не знал, тренировки прошел, правильно? Ну, перед тренировки прям бросишь, чтобы мы соберем. Около номера пей. Если завтра, ну, какие-то придешь, там все посмотрим, какие там подлевки, что-то. В этом рюкзаке там все есть. Хорошо. Вот, там футболка, элька, поло элька. Ну, ты походи, потом скинешь, да, а потом поменяем. Хорошо, после стирки. Все, то размещайся. Завтра все. Да. Расписание. А. Yeah.